что же происходит в этом аккаунте, тут что рисуют. Все потому, что я взялась, придумала сама себе очень сложный, интересный проект, в котором нужно будет очень много, сложно и долго рисовать. Я все никак не могу к нему подступиться, потому что я смотрю на эту громадинную глыбу, понимаю, что я никогда на нее не заберусь, потому что она очень сложная, большая и очень угрожающе смотрит на меня. Мне не хватит ни сил, ни скиллов, ни инструментов, ничего на свете. Чтобы хоть как-то себя развеселить, взбодрить и вообще хотя бы вспомнить, что я вообще-то умею рисовать. И самая часто распространенная проблема, когда тебе хочется что-то нарисовать, ты не знаешь вообще что. Поэтому я вспомнила, какие смотрела недавно фильмы. У меня в последнее время какой-то обход по фильмам, которые показывали на СТС, которые я смотрела в детстве, но так, обрывками, и они уже считаются культовыми, но с начала и до конца я их ни разу не смотрела. Я посмотрела фильм «Чего хотят женщины» и решила нарисовать довольно забавный кадр из этого фильма. Это как Мел Гибсон в самый вот ключевой этот момент падает, у него летит на него фен, и он уцепился за полотенец, но так и не смог удержаться за него. Еще потом в конце я вспомнила, что он подскользнулся на жемчужных шариках, тоже решила их отобразить на этом рисунке. Да, еще у него тут ногти накрашены, он в колготках и в полотенце, а все потому, что ему нужно было по сюжету фильма рекламировать женские товары. Но как ты можешь рекламировать то, чем ты никогда не пользовался, подумал он. И вот к чему это все его привело. В общем, это забавный, такой теплый, легкий фильм, который очень хорошо стареет со временем. К чему все это? А это все к тому, что я даю сама себе обещание, что буду рисовать. И буду скетчить, посмотреть всякие, попробовать интересные позы, взаимодействие людей, там, не знаю, человек в интерьере. Вот это все мне интересно попробовать. Я надеюсь, что я не выгорю и не запрошу все это. Так вот, чего хотят женщины? Не знаю, как все женщины, не могу говорить за всех. Я хочу взяться за какую-то идею и довести ее до конца. И так, чтобы это не сломало мне мозг, руки и не загнало меня в самобичевательную яму. Примерно этого. Разве много, вы прошу? Это всего лишь чуть-чуть, это совсем немного. Это самая малость, чего может хотеть вообще в целом человек.